Приветствую вас, дорогие зрители. Мы продолжаем наше похождение в Days. Меня зовут Шустрила. Здесь у нас Тур Блэк, Джек Шепард. Поздоровайтесь. Здрасте. И мы идем в Старый Собор. Так, ну что? Сегодня да, водички нужно. Сегодня предупреждаю сразу, что мы все уже подуставшие. Это, по-моему, 6-я серия сегодня. Так что не думайте, что у нас что-то хорошее. Кто его убил? Да я убил. Я видел, как из окна дым валил глупами. Из палева. У меня так смешно почему-то ходит. Да, он тебя так ногами перевалил. Да, у всех. Ну, это, видимо, новая анимация, у меня нормально идет. Это, видимо, из-за того, что у меня оружие опущено. А, может быть. Ну-ка. А, нет, ты все равно так идешь. Смотри на меня, я ведь нормально живу. У тебя нормально идет, у меня не очень. Ладно. Ножки старые уже. Так, и только что стрела у нас тут ползет. Мы всю анимацию разглядываем. Мне сыкотно. Только вы шип не нажимайте, когда ползете, а то он прям так долго-долго. Ну иногда так тоже полезно. Если совсем уже близко ползешь, там в метре. Ладно, давайте не будем изобретать велосипед, а пойдем в Старый Собор и там наберем воды. И не будем по полчаса ползать рядом с зданиями какими-то, согласны? Давайте. Ну давайте, давайте. Пошли. Там, кстати, зомби как раз куда-то сейчас бежит. Поднимайся. Ладно. Все, вон по старикам. Подгоняют старенького дедушку. Но. Вон зомби идет, видите его? Ага, ну мы его аккуратно обойдем. Аккуратно обойдем. Палка. У кого такие звуки были, как семафор какой-то. Это не у меня, это, видимо, у Джеки. Да, это у меня там что-то. Сотый хедшот. Хочу ачивку. Так. Вон, развилка на Старый Собор. Так, ну что, господа, полный рост. По дороге вроде. Да, ну, полный. Ой, полный. Я тут зомби видел, где ты еще вот бегаешь. Так что может и сагриться. Но сейчас уже встанем, ничего. Я думаю, увидим. Увидим, на самом деле. Блин, до собора бы, конечно, добежать, когда стемнеет. У нас уже время как раз, но, блин, что-то оно все не. Ты предлагаешь нам не спешить? Ну, короче, ну, говоря... 6:20 время. В принципе... Блин, самое светлое место на карте — этот старый новый собор. Они как раз на таких местах, где горы далеко все. Поэтому их ничего не закрывает, поэтому тут темно редко бывает. Да, это опасно. Раньше всего светает. Но у нас еще проблема с водой, поэтому нам чем быстрее. У меня вообще нет воды. У меня две фляги полных. У меня. Одна есть. Так что нам на разочек пописть хватит. Пописть. Ну хватит там пописать. Так, ладно. Ветер проведет, да? А что тут вести нам вдоль дороги? Вдоль дороги и придем с той стороны, где магазин, по-моему. А, понятно, теперь я ориентируюсь примерно. До этого не ориентировался. Здесь, кстати, до этого я шел за вашими спинами. Чего-чего? Здесь, кстати, дофигища может быть людей, палаток, потому что место рыбное. Давайте сразу расставим точки над «и». Мы здесь дружить ни с кем не собираемся. Да мы уже давно, по-моему, расставили, когда того человека на квадрике снесли просто. Нет, ну у него был квадроцикл. Давай смотреть на этот с другой стороны. У него был квадроцикл, и потенциальное оружие для меня. Когда я залаговал, меньше не было. Миллион оправданий. Или когда этот человек появился в амбаре, и ты его прищитил. Он появился, он собирал. У меня одного мы отпустили, который бежал по полю. Да. Мы добрые. Так что да. Давайте перебежим дорогу, чтобы со стороны леса идти, а не со стороны поля, как вам такая идея. Это движной парк. Кстати, мы можем со стороны леса, там кто-то может в лесу залечь, но, блин, у тебя же нету этого. Вообще в легкую. Я столько раз умирал на входах к Старому Собору, потому что там ребята лежали и ждали. Ни разу. Не знаю, мы как-то вообще... Все бывает впервые. Вышечка слева. Вот единственное, что хорошо, что нам с Артуром везет на то, что в тех местах, где куча народу, мы должны, блин, просто спалиться и нас должны убить, вот вообще такого почти не было. О, все, я этот дом помню, мы уже почти в старом. Сколько мы раз в аэропорт чистили? Ну, как минимум раза три там было постоянно. Ничего не было, короче.
Я вот когда аэропорты чищу, очень часто совершаю такую дурацкую ошибку. Вот я убил типа, да, и его надо, иду и лутаю. И меня его прикрывающий снайпер убивает сразу. Так что, когда вы кого-то убиваете, не спешите подбегать к трупу и обыскивать его. Ой, да я столько раз в этом старом соборе умирал, что уже... Сбился со счета, да? Вообще просто, если я кого-нибудь убиваю, я, наверное, минут 5 буду просто лежать потом после этого. Ну, там, потихоньку сменю позицию, если есть возможность. Буду лежать, и потом уже только к нему подойду. Хотя знаю, что он может пропасть сейчас. Там вообще лучше поменьше перемещаться, да, в старом соборе. Чем больше ты двигаешься, тем больше вероятность, что тебя заметят. Да. Но благо, что у меня есть камуфляж, и сначала я сбегаю на разведку. Ладно. Потом запустим основные силы. Как, не знаю, какие-нибудь слепые мышки, да, бегать и это... Ой, ребят, я вижу старый. Искать где кто. Ну да, я тоже вижу чуки. Только нам по лесу нужно. Вы мне говорили, тут где-то прудик есть. Прудик с другой стороны. Великолепно. Вот в этих кустах, сейчас куда Артур бежит, могут быть палатки. Нет, ты не протягиваешь. Ну, могут быть, но да, могут быть, мы но находили... Вот, находили других. На север бежишь, и там просто куча этих палаток. Там еще вышечку-то помнишь, на которой ты нашел оружие с помощью типа плетерями? Я... М24, что ли? Я много раз после этого на эту вышку ходил. Ага, я понял. Мы сейчас, кстати, можем спалиться перед снайпером. Вполне реально. Давайте лес поплыл слева от нас, чтобы именно прикрыть потерям. Я вам объясню. Вы, наверное, сами знаете. Чупа-чупс, и вот за Чупа-чупсом гора. Ну, и мы вот, с нее все. Да, вот на этой горе. На этой горе. Я вот сейчас очень просматриваю тщательно всю ее, но отсюда тяжело увидеть, надо ближе подходить. Давайте к прудику. Видите, потому что знаете. К прудику идти отсюда далековато. Мы сейчас идем к старому собору. Зачем? Нам надо вообще все оббегать, да? Да, нужно будет полностью его оббежать. Я думаю, все же охота на него зайти, блин. Ладно, давайте вот как мы поступим. Я пойду на свою любимую горочку. Какая горочка твоя любимая? А, напротив палаток. Ну, там как раз-таки часто сидят. Ну, я аккуратно. Ну, нам бы тоже лучше с той стороны заходить в палатку. Правильно, но так я совсем пойду в противоположную горку, которая вот не со стороны палаток горка, а напротив горки горка. Ну, там типа радиовышки какой-то есть, да? Нет, нет, вот, там один лес сплошной. Так, мы, кстати, как-то корево подходим. Церковь-то у нас вон там. Ну вот она, как, кстати, как раз-то горка за церковью. Так, ну мы сейчас, в принципе, выйдем вот так вот, если идти, то на поле между новым и старым собором. И оттуда уже можно будет побезопаснее подойти, я думаю. Угу. Я вообще думал, что мы маленько с другой стороны идем, чуть более запада. Угу. А в итоге пришли как с кабанина. Ага. Отсюда обычно все и заходят, кто с берега бежит. Они примерно здесь и бывают. Вот сейчас в любой момент мы можем хапнуть пулю. С любого вообще направления. Так-то да. Ну, вроде пока тихо, да? Обычно к старому подходишь, уже слышно. Экшон. Кто там, что там. У нас нету никакой дымовухи же, да? Красной шестерки на месте нет. Ну, отлично, карма. Радуешь, как всегда. Да. Карма, просто карма. Все, я на позиции. Всю снайперскую горку я просматриваю. А, вообще, сам старый просматриваешь палаточный городок, допустим? Палаточный городок, только один вход в него просматривал, горку над ним. Джек Шепард аккуратно, там вдоль дороги бежит лягухан. Mm-hmm. Может обидеться. Мы сейчас спалимся, конечно. Он уже бежит. Он к тебе бежит или ко мне? Там, ко мне вроде. Ой-ой, перезарядка, блин, да что ж так не вовремя-то всегда. Мне стрелять нет? Нет, нет, подожди. Да, блин, у него что такая анимация, как будто, я не знаю, как будто он наркотиками каким-то тяжелым. Джек Шепард, палишься. Метров на 50, но палишься. Это машина у кого-то едет? Это у меня машина, не бойтесь. Не боитесь, да? Так, вот простреливаемое поле. Эх, багги бы сюда.
Ну, парсикали. Поле не очень хорошее. Тут вообще все не очень хорошее. Да чисто в старом, я не знаю, я вот сейчас все основные снайперские споты посмотрел. Но это радует, но обычно в такие моменты и хапаешь пули. Поэтому я достану все-таки свою шумную винтовку, которая, тем не менее, шарашит что надо. Да, достань. Мне вообще пока что вот М24 нравилась, но она такая громкая оказалась, что вот это все-таки, по-моему, самый оптимальный такой. И прицельчик есть, и скорострельность. Угу. И зомби не так сложно в нашу сторону. Ну, это да. Так, пересекаем дорогу. Ползущий. Возможно, сейчас и будет тот момент, когда нам придет пора умирать. Ты добежал? А да, вот да. Ты отлагал. Зомби слева на 9. Пересекаем по ровному полю. Это вообще, по-моему, идиотизм, да, Джек Шепард? Да. Ну, а что делать? Ну, это просто самая безопасная позиция здесь. Да, сюда не так много смотрят, как смотрят в город. На палатке, собственно. Так, по-моему, лучше в полный рост стать. Потому что если у нас целят, то так все-таки сложнее попасть. Да. Так, и сейчас мы вот этот вот лесок, который ты говоришь, просматриваешь полностью, да? Где снайпера бывает сидят. Там никого нет, да? Mm-mm. Никого, никого. А в палаточном лагере зомби много? Ни одного. Это плохо. Возможно, их кто-то утянул. Или, возможно, они заспаунились. Возможно, они сейчас заспаунятся. Есть такое мнение. А хватит строить теории. Идем, чистим, забираем, уходим. Ой, да нам, в принципе, там ничего не нужно-то будет. Может, не пойдем. Блин, ну, может, там водичка есть, не знаю. Может, там за водичкой пришли. За водичкой в Старый Собор, да? Мы только попить и уйдем, да? Стреляйте. Не знаю, у нас даже GPS есть. Чем черт? А, вон, вижу, появился зомбак только что. Лягушка. Рядом с палатками, да? Мы от палаток где-то на восток, метрах, наверное, в 100. Угу. Подходим к опушке леса. От опушки леса где-то в дереве сидим. Уловил, вижу вас. Вижу тебя, Артур. Угу. Я прям за ним иду. Да, вижу Джека. Так, сейчас, возможно, мы будем палиться. Надо достать... Блин, но с другой стороны, Джек Шепард, если что, ты его убьешь. Потому что я с М9 кого? Не особо. Кого? Ну, кого-нибудь, кого встретим. Гипотетического. Гипотетического врага. Ага. Буду устранять, да? Вон там обезьянка скачет. Колбасине сегодня не везет. Сколько я уже вижу, он постоянно теряет связь. Оранж колбасина. Что-то тут довольно спокойно, надо отметить. Блин, как я обожаю это место. Тут у меня постоянно адреналин вырабатывается в промышленных масштабах. Угу. Так, я спокойно. В любой момент кидом. Ой-ой-ой, меня зомбаки с двух сторон в коробочку взяли, придется отстреливать. Вовремя. Да. Мы пока у нас тут сидим в кустах. Первого. В кустах мы, кстати, палимся где-то метров в 20, нас уже видно, потому что там кусты уже по-другому отображаются. Я понял, рубашку с этим. У меня рубашка белая, да? Черный жилет. Черная у тебя рубашка. Ладно. Да зачем ты спрашиваешь, если для каждого игрока свой цвет? О, ребят, я нашел зомби себе пепси. Молодец. Прикрывай нас, давай, нам страшно. Подожди. Че, я в первую правую зомби. Палатку зайду пока. Тут куча убитых зомби. Ну да. Бед. Или просто отреспаунившихся. А внутри до этих нету, думаешь, палатка. А зомби теперь. Кстати, наверняка они там и есть. Прятались. Есть зомби. Да, там кто-то есть вдалеке. Мы заходим, а что тут есть? АКМ, пейнткиллерс. Так, давай так. Ты заходи. Вместе заходим в одну и ту же палатку. Я пасу, а ты лутаешь. Я пасу. Окей. Пасет, а пасет он. А где мэр магазин есть? Беру тебя, да? Нет, не берешь. Ладно. А че? Слишком много. Он просто не стреляет же почти что. Вот он точно тут. Еще раз не снимай его. Стоит.
Он стоит спиной ко мне. Я бы затылок кого-то пошусь. Это что такое? А, это кто-то тут, хэтчхог. Вполне определенно тут кто-то есть. Ежа поставил кто-то здесь. Ты можешь его с помощью ремкомплекта убрать? А. Должен. И мув. Я крою, но я не уверен, что... Вы ржавое здание мимо проходили? Убрал. Он что, сидишь, стоит? Вот. Так, что у нас тут? Тут так, у нас интересно, тут всего... Open Killers. G17 есть. Кому-то нужен G17? Нет. Mm-hmm. Идем дальше. Блин, да чушки... Че, может, супал открыть? Давай по этому ряду. Давай разделимся. Все-таки разделимся. Да. Разденемся, да. Диамер магазин две штуки. Не нужен. Диамер магазин, патроны КК, один станок, недозвуковой. Мне он не нужен. Есть боль утоляющие. Я хочу очень сильно кушать. Очень вовремя, мать его. Станагов у меня уже правильно девать некуда. Так, все, я поел. DMR магазин, G17 магазин. Да вообще этот... Лут какой-то однообразный совершенно. Нет, просто мы зашли, когда у нас все есть. Зачем нам мы сюда зашли вообще? Так, о, так бинты. Изначально за машиной вот... О, бинты. Уже не зря сходили. Да. Бутылка газировки, уже не зря сходили. Реально, да, сейчас люди послушают, скажут, чему они вообще радуются? Бинты, газировка. Вот так вот с новым патчем. Да, с новым патчем все, хардкор, ребят. Морфина взял. Отлично. Так, Джек Шепард, ты где? Я к последней палатке в своем ряду захожу, здесь вроде бы что-то даже есть. То есть ты уже все обошел? Да, последний. О, станок, ну блин, простой станок. Здесь есть... У тебя тоже звуковой либо? Нет, у меня обычные станаги, но у меня их уже 6 штук. Так, АКМ-магазин, ДМР-магазин, смог-граната зеленая. Смог-граната бери сразу. Беру, беру сразу, сразу. Нам Джеки пригодится. Так, бинт. Внутри там у тебя тоже будет. ДМР, хитпэк, кому-то нужен? Хитпак у меня есть, спасибо, не нужен. А зачем у нас, Сержа, температура не падает особо? Ну, у вас-то да. А, стоит же белая, это шаха. Ну белая. Так, белая нам не нужна, нам красная нужна рядом с белой. Нет, Джек Шепард, ты куда уломился? Тут зомби. Вижу. Лучше прикрывай меня. Вижу Джека. Справа от тебя, Джек, через офицерскую палатку Легухан. Окей. Особо не шуми. Давай, Артурка, давай. Я пока с твоей стороны в последнюю палатку зайду. Здесь дробовик лежит, М1014 и патроны к нему. Так, тут куча патронов всяких, смотрим. Демер магазин, 2 АКМ. Да офигеть, ДМР дают сколько. Ты прикинь, да? А вот это, у меня ПДР. А сам ДМР там был? Нет, только в магазине. Хм. Это я, это я. Да я понял, я знаю, что тут. Ага, что тогда, что палатку? Так. На своей стороне, на своей. Мне реально, что мне сесть, выглядит как настоящее колесо. Ну, так вот, видишь, текстурное. Я, пожалуй, не пойду туда, потому... А, нет, придется все-таки пойти и снять его. Так, что у нас тут? Блин, с такого расстояния попаду, нет? А, хитпак, пейнкиллер, смог, гренейт еще одна. Закидываю. Смог, гренейт, отлично. Да, нам опять везет на старый собор. Господа, я нашел пруд. Ты в этом, что ли, шарился? Нет, не в этом. В GPS-е? Нет, я посмотрел сейчас налево очень прицел, внимательно. Да. Нет, ты увидел, что тут есть пруд. Я знал про него, почему-то не догадался сказать, потому что забыл, наверное. И, в общем, можно тут напомнить. Кто там рядом с шахой шарится? О. Это мы. Это мы. Я спрятал труп. Ты зашел в штаб? Да, нет, там нифига. Так, ладно, все. Так, все, мы к тебе выдвигаемся. Что нам еще тут нужно в старом соборе? А, ничего. Вам нужно магазин еще подняться вот остался на эту горку, так, где куда вы поднимаетесь, и по ее хребту, так сказать, пройти мимо пристройки и начать спускаться, чтобы выходить из старого собора, и вы увидите по левую свою руку пруд. Хорошо, мы пойдем к пруду, да? Да. Там Степаныч ползет, но он не к вам, по-моему. Степаныч ползет, это хорошо. Так, Джек Шепард, иди вперед, у тебя с глушаком. ПБС у нас, если что, поможет. Ну, я туда иду, да?
Ну, вроде туда. Сейчас мы по хребту проходим. Да, по хребту. Кстати, когда будете идти по хребту, будьте осторожны, потому что по вашу правую руку там лес. И с этого леса очень часто прилетает в табло. А, ну да, кстати. А еще дальше этого леса, там вышки, на ней очень часто респаунятся. Угу. 4. Угу. Там их 2. Ага. О, палатка. Не о палатка, а осторожно, палатка. Крой. О, палатка, внутри палатка. Внутри Макарыч лежит. Полезно? Больше ничего. Это трап. Это трап. Так, стоп, скрин. Входим. Ты там как турист. Я палатки все скриншотики нашел. Потом то сделаешь он... одну большую нарезку, там будут одни палатки. Потом сделаю, да, такую нарезку, знаешь, под грустную музыку. Эннио Морриконе. Так, я тебя убью, какая ты будешь черную палатку улутать. А, что у нас тут где-нибудь? Вроде бы чисто же. Так, ну и где у нас тут пруд-то? А вы уже прошли по хребту, начали спускаться вниз? Спускаемся. Мы по хребту прошли и спускаемся вниз, но... Обратите внимание, выйдите на сторону старого собора по этому хребту. Выходим. Я уже вижу. Пруд? Да. Я вас не вижу. А я Джека Шепарда не вижу. А ты? А? Правее. Сзади тебя прямо сейчас. Правее, правее. Где ты, демон? Вот-вот-вот. Стою. Где сзади. Ты, демон? Точно сзади прям. Вот сейчас и... сзади? Да. Левее. Вот. Капец ты какой, а. Нормально. Рядом со старым собором в полный рост. Давайте аккуратно спускайтесь. Несколько секунд. Было опасно. Так. Ну и где здесь водоем? Это вот этот водоем, куда мы идем? Там еще. Ой, там зомбак появился. Эту воду нельзя пить, господа. Да ничего, нахмай. Ну реально прям там, внутри, он там моется. Там трудовик плавает, я вам серьезно. Ну, что трудовик, не человек, что ли? Все, поплыл, смотри. То есть этот водоем, он прям в старом соборе находится. Мы мимо него 100 раз проходили, а я про него забыл. Но, блин, старый собор, это же все-таки опасно. Могли бы пройти маленько, да там набрать. Это не так, наш метод. Я пересекаю, ты нас видишь же, да? Да, я вас вижу идеально. Тогда меня... можно будет в магазин заглянуть, что ли? Потому что он тут прям за зданием. Дом входной, по-моему. Да, входной, черный. Шифт. В доме кто-то есть. Зачистка. Вижу, заходите в дом. Есть? Нет тут никого. Там просто за домом кто-то ходил. Меня сейчас больше интересует ваш вопрос на внимание. Вы меня видите? Да мы вообще, я внутри дома сижу. Сейчас буду флягу. Когда вот будете набирать, обратите внимание по сторонам, так сказать. О, вижу, Артур на входе. Боится. Только не говори мне, что ты меня не видишь. Это очень весело. Ты где? Ребята, да ладно. Ну вот он я, вот он. Да офигеть. Вот так вот под камень Лёха лежал. Меня. Блин, я тебя вот сейчас с трудом вижу даже, когда знаешь, что ты там находишься. Ага, водяной. Так, Артур, блин, у тебя да там очень много... Блин, вода всё-таки? Угу. Crysis. Или Far Cry. У тебя там, по-моему, фляжек много моих пустых в сумке. Знаешь, сейчас будем смотреть. А вон. Меня что-то не набирает. Да сейчас наберет он долго. Нет, у меня пишет, что рядом быть с водой нужно, хотя я только что похвалил новую систему. Я уже и попил, и набрал, кстати. Да офигеть, ничего не набирает. Все, набрал. Но он просто какой-то несколько секунд ждет. Так, я набрал. И сейчас набирай. Блин, я боюсь. Так. Набираю ее.
Подмагит мать. Подожди, Артур, не вставай, пожалуйста, так и сиди. Джек, оцени, прям как лягушка. Да. Один в один, все, можно вставать. Не смешно. Ладно. Опять над стариком издевается. Что забыть? Вечно дедушку обидеть хочет. Так, ну что, сколько мы уже играем? А, мы играем. 25 минут, я думаю, это как раз нам хватит времени на зачистку магазина. Угу. Давайте, я тогда пошел обратно на позицию. Давай. Артур. Артур. Че не так-то? Let's go. Да нет, очень хорошо, что мы я зовут просто. Реально как-то разделили наши обязанности и цели. Водички попить. Шумы, смысл во всем. О, этом. Там вот зомби на фоне, так смотри, как красиво идет. Ой, блин, зомби красиво идет. И к нему прям дочистрило. Зомби красиво идет, я сразу упал. Подожди, а у него там под ногами камень или это? Кемпинг? Типа палатка. Да-да-да. Да, но он лежит, он не собран. Его надо взять. А зачем? Уже хотим потом палатку разбить, где-то. Да пусть лежит. Мы палатку хотим разбить? Не, не хотим, он пошутил. Я почему последний все узнаю? Это розыгрыш. Об этом. Вы так идете, как будто прям, не знаю, приобнялись. Так мышь уже, все уже. Все, Джек Шепард, иди сюда, я тебя обниму. Давай, братик. Апокалипсис. Так, нас заметили, беги быстро в магазин. Экшон. Да, я говорил тебе бежать, сейчас тебя порву. Да, ты в него сколько выпустил, ты, елки-палки? Рожок, наверное. Тут проще было в магазин добежать. Тут еще один на взводе, блин. Бинт. Ты течешь, что ли? Да. А бинт есть? Есть. Я тебе попозже бинтов отдам еще. Да, у меня один остался. У меня так, тоже есть. Сейчас кусочек мяса нормально сюда закинуть. Потом скушать. Неплохо было бы березину сходить, ну... набрать бинтов там. Воды и всего этого. Неплохо было бы мясо пожарить. У меня сегодня кусок остался. Ну, мясо мы по дороге найдем. Я говорю, пожарить. Вон лягухан идет. А, пожарить у тебя много сырого. Идет к нам уже Артур. Ой, он прям туда, да. Он буйный. Вот он вот. О, он ты смотри, жив. У него такая смешная анимация удара. Я и говорю. Он и ходит стрёмно. Там еще вот прямо как лягухан шел, сейчас из-за дома выйдет с правой стороны от вас. Петрович. О, упал. Да, ну, так, мы расслабились, кстати, если сейчас кто-то где-то. Ну, конечно, не, мы расслабились. Я не знаю, уже такая серия по счету, время 12 часов ночи. Еще бы мы не расслабились. Вы про меня не забывайте, только я ж здесь. Все. Все в порядке. Просматриваю все снайперские споты. О, у него бандаж есть. Молодца. Урожай. Все, он мертв. Он окончательно мертв. Земля забрала его. Новая фразочка. Сейчас с горки нам может прилететь подарок. Не прилетит. Магазин стандартно дверь открыт, значит там из амбара может. Из амбара может, да. Ползунчик издалека к нам ползет. Ползунчик ползет. Так, на магазине двери, я не думаю, что открыты. А, кстати, нет, не стандартная дверь открыта. Да, вот крайняя. Это... Да, ну крайняя-то открыта. Ну, то есть левая и правая крайняя. А вот здесь сейчас средняя там открыта. Кто крадется, ребят? Где? А за красным домом, да, наши? Я красным домом. Вы зой, еще, пол, вы еще... Мы к магазину подходим. А, хорошо, вижу. Я думал, вы уже в магазине. Нет. Так, чистим. Давай. Тут спокойно. Нам прибежал, кто-то зашел. Ты его снимешь? Он заходит. О, все, забежал в дверь. У меня нет патронов, снимай. Истеричка. Ты что, кто-то истерил?
меня нет патронов! Снимай! У меня нет патронов, снимай. Похорони его по-человечески. Чё бы вы без меня делали? Так, забей, хайбадей. Хорош. Ну, на старом сафоре, как ни странно, спокойно. Ваша аура действует, что она вас никогда закрой не это, в пистах. Ну, может быть, это трудности версии, потому что половина ушла, половина осталась. Но сервер вообще совсем немало людей, я вам так скажу. Да. Компас нужен кому? Нет. Злачное место для спавна карты и компаса. Блин, раньше здесь столько нормальных вещей в магазине было. Сейчас одни пустые банки. Кому легко? Всяких вам. А голова зомби лежит внутри магазина. Голова чисто? Чисто голова одна, да. Прикольно. Банки. Бери как трофей. Сумку. Ну его, значит, кто-то убил, или он сам убился. Внутри? С ну, вот посмотри, вот голова его. Шрам, вы не можете редактировать это задание. У него можно эту соду взять. Ножик лежит. Нет тут никакой головы. Вот голова. Да нет, у тебя опять галлюцинация от боли утоляющей. Вот. Это покажем. На том месте так вот и стекла бы, да, не ходил. Слестила, что ли. Так, Макар. Макар же, да. Макарыш стал часто попадаться. Ну, раз так теперь нету его изначально. Да. Макарыч вообще, на мой взгляд, офигительный пистолет. Супер. Тихий пистолет. А, в церковь не пойдем, да? В церковь не заходная же здесь. А в новом соборе заходная. Да не стоит. Можно пройти дома еще, которые он там. Так, ну, что так, нам так, там так. Делать? Внимание, внимание, к вам заползает Петрович. А, с какого склада? Склады. Вон он ползет. Я его вижу через окошко. Ага, вон он. За окном экшен. Я даже не знал, что вы делаете, но можно смотреть. Теперь знаю. А я что, в сетку, что ли, попал, нет? Нормально. Так, все, выходим к горочке и выходим отсюда. Давай. Мы отсюда по-другому никак не... А, вон там заборчик сломанный. Тут сейчас, смотрите, на пригорочке парень в синей рубашке. Не очень агрессивный. Вот, очень зомби сладкий. Лежит. Ну да. Да. Ну... С крыши. 100%. Да. А ты все на меня, что я на каких-то препаратах? Ну, уже не пролезал сквозь стену. Голова внутри дома. Так, блин, так, мы сейчас в той сторону смотрим, ты видишь нас, нет? Я вас Ой. Вижу прекрасно, вот у меня нет. Я сейчас... О, Блэк, обрати внимание на поле. Оп, Луки появился. Луки двигается. Видно, видно. Хорошо. Давайте поднимемся на горочку, там лесочек есть и закончим, наверное. Блэк Шепард, сейчас тебя справа заметят зомби, и меня тоже. В кустиках там. Да он далеко. Он уж уходит, ну да туда, он там спиной. Угу. Не верю я, что у него прощальный взгляд, взгляд кинул на снайперские позиции. Ну, пойдем. Немножко так всплакнул, да? Да. Я очень сильно удивлен, что мы так легко... Да я тоже, кстати говоря. Так делались. Я нет. Вон лесополоса, давайте до нее. Полная выпуска. Вдали? Да, полная выпуска и можно. Ну, давай. Сейчас опять меня обгонит. Посмотри. Ты посмотри. Козочка спереди опять стоит. Это ты меня догоняешь, по-моему. А нет, мы разбегаемся просто. Я, кстати, хочу кушать, так что коза не уйдет. Хана тебе, коза. Теперь еще один нашелся, да. Убивец зверей. Я один. Она уже поняла, что пора надавить на газ. Джек Шепард, пойдем пока в лес, я тебе там пару бинтов положу. И надо бы еще этот костерок разведи нам, пожалуйста. Ладно, сейчас сделаем. Шашлык будет. Шашлык, Маша. Из козлятины. Давай, мочи ее. Я смотрю на тебя. О, господи, я ей стрельнул в голову. Она пошла. Она убегает. И да, не арбалетный стрел прям в мозг ловит. Что происходит? Она за тобой идет, она на тебя нападает. Все, умерла. Я даже Артур туда пошел. Так, ладно. Ну я заснял, было весело. То ты за ней, то она за тобой, короче. Дрались, драка. Это любовь. Я уже говорил,
что если ведут медведей, Игорстейн гораздо веселее. Да, медведи были. Убегаешь из города в лес, вроде как безопасность, а оттуда два медведя. Вау! И ты опять же. Ты бежишь, ты пикаешься, что-то падаешь, а там все местные медведи только сидит, может быть. Медведи будут вообще, войдут. Идеально. Жек Шипард, ты где? Она вот и вся. Шипард. Так, не шевелись. У меня места не хватит, наверное, для бинтов. Я два положил. У тебя все по нулям полностью забито, похоже. Теперь да. Так, я займусь костром в таком случае. Теперь ты костра же. Ага. Вот это порт и есть? Есть, есть. Нашел. Угу. Но мне сейчас говорят, мол... Я зашел в том злополучном амбаре, где нас атаковал призрак. Понятно. Джек Шепард убивает всех. Джек Шепард такой. Всех. У кого есть мясо сырое? Есть три куска, говори, давай жарить будем. Давай будем жарить. Подходи. Хожу. Light fire. Да будет всем огонь. А видимо на с той стороны да подойти. Да, вот отсюда давай я подвинусь. Мне пишут, что я могу тебе кровь это. Сейчас я нажрусь этим мясом и... Не, не могу. Блин, че станаги все нашел в инвентаре? Ок. Надо уж сложить три штуки в этот. В рюкзачок? Но. Не знаю, мне теперь вообще там по одному рожку лежит, 4 осталось. Да даже 4 надо сложить, а 2 лежат. Я же все равно из него стреляю, только с перестрелкой. Натурально да, уже. Да. Так, ну что, все сделали? Артур, сколько крови? А давай тебе дымовую гранату. У меня 12 тысяч. Угу. Давай, дымовушку мне можно в рюкзачок, да? Угу. Так, дымовушка, забирай. Отлично, спасибо. Артур, тебе нужна? Ну, пригодится, если что, отвлекать зону. Давай. У тебя их много, что ли? У меня 3 штуки, каждому. Ну, пар. Тогда по одной, да? Так, забирай. У тебя пустая бутылка с водой лежит. Не набрал. Как так? Как пустая? Не может такого быть. Пустая. Я выпил и по новой набрал, офигеть. Ну, видно, ладно. Не пошло. Ну ладно, давай, Артур. Ну да, давайте на самом деле. Стой, мяско, я все. Ой, а что, затушили уже? Нет, я не это. Не нажарил еще. Я поджигаю снова. Я Джеку Шепарду могу кровь перелить. У тебя сколько крови, Джек? У меня 11800. Нормально, я только что покушал. Я могу дать тебе... А нет, не могу, передумал. Тушенки нет. Да, ну у меня есть одна банка внутри. Ну, ладно, давайте на этом завершать тогда. Сейчас мы передохнем, я не знаю, несколько дней. Сегодня мы записали серии 7-6, наверное. Сегодня мы все уже уставшие, по последней серии это уже было заметно. Мы такие все были, ну, то есть, уже такие сонные. Угу. Короче говоря, на этом, наверное, прекратим. Давайте попрощаемся. Пока. Пока-пока. Увидимся в следующих сериях. С вами были Артур, Джек Шепард, Шустрила. Пока.